понравилось. Доброго здоровья! Сегодня, как и говорил, мы будем устилать землю от вредителей, которые летают. Вот так у нас вырезаются каналы. Даже не знаю, с какой целью. С целью их потом перемолоть или так, чтобы сгнить, не знаю. Но я думаю, что если мы пару штучек отсюда возьмем, то нас за это не расстреляют. Кролики веток, то есть веток, говорю, этих лент уже не боятся и сюда выходит. Сейчас я первым делом зайду и посмотрю, не добавилось ли здесь пуха каких-нибудь островков. Если добавилось, это будет судить о том, что кто-то еще пострадал. Если ничего нового не будет, значит, все живы и здоровы. Также мы привезли еще 60 литров воды, потому что кролики стали то ли пить больше, то ли поилка стала хуже работать. И у нас есть еще мысль сделать вторую поилку. Ну, возможно, она будет лучше работать, чем первая. То есть будем делать две. Все, сейчас этот туда скидываю, сколько есть накрест. Там будем распределять. И добавим еще яблонек. Этот был. Но этот, как сказать, сено стоит дыба. Роют капитально, здесь трава не вырастет. Все, что вырастет, они сразу съедят. Кстати, вот за забором, вот, кое-где уже видно травка зелененькая. Здесь, с этой стороны забора, травку зелененькую найти сложно. Ну, можно. Ну, можно. А тут даже мох дыбом стоит. Кормушку залез. Но вот пока не потопчут. Так, вода. Вода, проверяем воду. Если я подниму, воды нет. То есть вот то, что осталось, то осталось. Там целый стаи бегают. Значит, сейчас мы будем переделывать эту кормушку немножко на другой лад. Нам надо поймать самца и проверить, насколько он самец. Потому что вообще уже они должны. Или они его сильно не подпускают, или это он не самец. Вот это, вот он идет. Ой. Лови. Нет. Сейчас мы устроим пробную охоту. Мелкий, смотри. Ага, мелкий, красивый, серенький. На вот. Хомячка похож. Вот, смотри. А, видишь, забежал, вышел, а там нет ничего. Да? Обидно. Заходи еще раз, я тебя поймаю. О, хомячок бегит. Голодные. Если вот так идут, то уже точно голодные. Давай, ой. Он близко подошел. Ай, ага, он так тебе ждать будет, чтобы я его поймал. За морковку ему дай. Морковки нет у него в кармане. Должна быть. Быстро. Ну вот там он калинит или нет? Пролезь. Вот нехороший. Трой, стой, стой. Трой. Дай я тебя поймаю. Смотри, то, что ночку. Поглажу. А что, думаешь, это уже молодой ночь? Ну, сюда. Разбери его. Что-то мелкий для этого. Да, у тебя крупнее. Да неужели же они так выросли уже?
Все, сейчас мы их будем. Два. А это мелкие или крупные уже? Нет, это мелкие. Крупные. О, Семочка, зерно принес. Зерно приехало. Так, вы засыпаете зерно, сейчас я вам выдам какую-нибудь это, кружку. А может закрыть? Заходи. Куда? Заходи. А. Да я помогу. Вот. Тут заперто. Как же я тебя подожди тебя брал. Это точно? Да кто же его знает, что маленький, еще рано смотреть. Хочешь подержать? Или погладить? Только не уверен, что я удержу его. Вот, дочка. Или дочка, внучки. Да не пойми, уже я не разбираюсь. Кто тут внучка, кто тут дочка. Иди на улицу. Пап, может его к веткам выпустить? Рано его к веткам. Ветки еще сложи. Угу. Пап, не выпускаю. Ну, пошел, пошел. Итак, задумка какая? Беру вот этот тазик, одеваю сюда наверх и резко переворачиваю. И теоретически она должна остановиться и не выливаться. И вот сюда ставим. И по идее, когда они будут его выпивать, он будет им подливаться. Ну а это мы узнаем. В следующем видео. В следующем видео. Можно и так сказать. Высоты, мне кажется, даже вот в этом месте хватит любой. Даже самый мелкий. Вот он сможет зайти сюда и напиться воды. Палочку мы уберем. Ну и точно так же поставлю еще и ту. Потому что я не знаю, то ли она работает, то ли не работает, то ли она выливается. Значит, я закрыл уже вот это вот технологическое, как говорится, отверстие, через которое они все время убегали. Так, хлеб. Давайте позже. И вываливаем. Вот эти маленькие черненькие прибежал. Вываливаем этот. Провиант. Вот этот. А давай один вывалим. Забирай ящик. Для чего? Для того, чтобы он не касался сетки. И чтобы им хочешь не хочешь, пришлось сюда зайти его есть. Сейчас включаем камеру, ставим веревочку. О, нет, ставим палочку, привязываем веревочку и ждем, когда сюда будут заходить. Ну, кто нам нужен? Нам нужно первое поколение кроликов, чтобы проверить, кто из них кто. Итак, испытание. Сема, давай. Палочка выскочила. Клеточка опустилась. Я надеюсь, когда они табуном сюда ломанутся, вот это вот все выдержит. Наверное, надо сюда еще один колышек вбить. На всякий случай. Потому что... О, вилы есть. А если они табуном ломанутся, тот выход, где они раньше выходили? В тот маленький? Да. Туда хай ломится, там некуда. Ломаться. Там я закрыл сеном. Так если они сено протрут?
Ну, так быстро, я думаю, уже не протрут. Угу. Все. Надо еще раз испытать. Чтобы они сами это не вытянули. А может там поставить с той стороны. Будет менее подозрительно. Угу. Говорит, и прицепим тряпку. Чтобы вообще ничего не было видно. Эту камеру ставим. Берем крупный план. Там карточка есть? Да, я вставил. А ты, Вак, ты молодец. Или отсюда можешь как-то поставить. Сделай так, чтобы выход был виден. Да, вот так лучше. Видно? О, смотри, какие. Шесть. Вот мы как раз, мне меньше всего интересны. Мне интересно... Первое поколение. Первое поколение. Второе еще как-то. Немножко. И самец. Все, пошли. Ты запись забыл нажать. Забыл? Да. Сломали, да? Это уже хорошо. Что у нас внутри, давай посмотрим. Давай увидим, пока не вернешься. Это... Они все выходят оттуда, папа. Они не могут там выйти. Да? Они только этим. Один на один там. Не, выходят. А как так? Она вверху плохо сделала. Она еще выше едет. Да. Тут еще выше есть. Они поднялись. Mm. Короче, первый, блин, комом. Сейчас будем второй ловить. Камера хоть это засняла? Да, засняла, не забыла переключить. Так. Ну что, давай пошли дальше. Давай. Ну сейчас, наверное, уже так быстро. Ты включил запись? Да, я не включал. Сейчас уже так быстро они не придут. Ну что там делается? Как они? Вот это, наверное, второе забежало поколение. Средненькие такие. Наверное, да. По-моему, надо дергать пока. Может, рано? Дергаем. Камеру поднимай, да? Так, нет, вот у нас молодой. Только, смотри, не выпусти его сейчас. Он хочет выйти. Так, мне, наверное, надо туда зайти. Наверное, да. Как мне туда зайти?
О, вот это тоже второе поколение. Первое поколение. Возможно, да. По-моему, барсучок, помнишь, мы его видели? Папа, они забрались на сено и слезать не быстро слезли. Голова. И голову батьки готовы. Давай аккуратно. Я подержу. Тише. Ух ты! Ух ты! Ух ты, дикий ты! Отойди со света. Так, это будет самец. Его надо в клетку садить. А мы не привезли. Привезли здесь они, эти клетки. Или еще рано? Вот вопрос. Ты уверен, то, что это самец? Да, почти. О, смотри, он не отчаивается, еще и есть кто-то. Так, что это у нас, медвежонок? Давай запомним, что это самец. Угу. Что у меня есть самый самец, поймем, попробуем поймать тебя. Подожди ты. Не буйонь. Да, это самец. Ну, он еще молодой, поэтому, наверное, у нас. Так, ну что, я тебя выпускаю. Выпускаю. Давай. Побег. Ты у нас кто? Будешь. Дрессированные кролики. Так, бежи. О-о. Самец. Ты уверен? Нет. Здесь одни самцы понаращивали. Бежать? Так, давай этого простучка посмотрим. Кто он такой будет? Наверное, девочка. Бежать. Что работает? Ну, не знаю, у меня все самцы. Надо специалиста вести. Пап, ну если тот точно самец был самец, то значит, и других все было, должно быть одинаково. Если одинаково, значит, это самцы. Ты что, у нас одни самцы вывелись? Хоть что так. Надо было ножку поймать и посмотреть, что у нее. Она что, точно девочка? Бежать? Да не пугай. Ух ты, зарылся. А ты же его смотрел уже. А я его не выбросил? Нет. Ты его оставил? А, я его здесь оставил. Ну да, ну да. Самец, самец, самец. Вылазь. Ноги не поломайте. Не пришлось, говорит, бежать. Сразу все понял. Это тарабы. Ну, хочешь здесь смотреть на то? Выпускаем? Да. О, вот этот. Ты что здесь зашкирился? Нет. Это второе. Это маленький. Бежать? Витух, что ли? Будем что третий заход делать? Нет, потому что перелекаем, потом не поймаем. Делаю вывод. Что у нас все самцы. То ли я ничего не разбираюсь, то ли у нас пока все, что я поймал, такие более-менее крупные, они все самцы. Так что раз эта система работает, надо дать время, чтобы они проголодались, брать специалиста и ехать сюда со специалистом. Лучше с двумя. У меня есть такие, например. Вот. Ну, сильного шока они не испытывают, он грызут себе морковочку. А, ну пошли еще к веткам сходим, посмотрим, что там делается, и будем собираться домой. Пчел напоим. Пчелы тоже пьют. Кролики пьют, пчелы пьют. Все пьют. Значит, вот такие баррикады делаем здесь. Со временем просто еще наваливаем.
Сюда, я думаю, они будут, какие-то тропинки у них появятся, они будут шмыгать и выходить сюда на пастбище. Но этого пастбища им то же самое, что ни о чем. Можно было такое большое не делать, потому что, скорее всего, все корма, которые они будут получать от того, сколько я им завезу. Сколько скосил и загрузил. Но пускай будет. Коршун уже здесь не будет разгуливать, как в прошлый раз. Я в прошлый раз забыл обратить ваше внимание, когда он здесь сидел, перед ним, перед коршуном, сидел и кролик. И пока кролик двигался к нему, коршун сидел неподвижный. Но когда кролик развернулся и начал от него отходить, коршун на него дернулся, прыгнул, но не успел. Кролик успел убежать. Вот такая была запись. Я попробую ее еще раз вставить, если найду. Каждый раз сейчас будем приезжать, еще добавлять ветки. Как я говорил, у нас есть там, где лежат, чтобы мы сад обрезали. Потому что сад, мы много веток срезали, может, еще будем срезать, и сюда все будем заваливать. Косить мне здесь не придется, тут кролики выкосят все, то есть вот на этой территории травы не будет. Поэтому за то, что как я здесь буду косить, я не переживаю. На этом мы закончим нашу особенность национальной охоты на кроликов. Считаю, что еще рано, нету еще им тех 3 месяцев. Получается, значит, приеду, привезу какого-нибудь более серьезного специалиста, чем я, и мы будем ловить и их уже сортировать в клетки и увозить. Вот, всего хорошего, до свидания и мира вам. И что ты там делаешь? Кто тебя туда пустил? Ай-яй-яй!